Уважаемые депутаты, сегодня вам предстоит голосовать за человека, который станет главой администрации города, на которого прежде всего ляжет не почетная миссия, а очень тяжелая ноша. Эту ношу можно вынести, если рядом находятся реальные партнеры, люди, которые находятся действительно в одной лодке, в одной команде и готовы искренне этому помогать. Стратегия городской думы, она, в общем-то, прописана очень хорошо в российских законах. Это представлять интересы населения, но самое главное, мы будем контролировать, чтобы все программы, которые приняты в городе, чтобы они были завершены, ну и дальше еще успешно развиты или продолжены. Определенные надежды возлагаем на закон по особому статусу города Ростова-на-Дону, поэтому привлечение и максимальное участие во всех федеральных конкурсах и программах. А что касается привлечения инвесторов, я бы сказал, нас интересуют не инвестиции ради инвестиций, а в первую очередь качество городской среды, которую мы получим в результате реализации этих инвестиционных проектов. Будем работать с инвесторами.